Уже поставил снимать? Да. Уже снимаешь? Да. Сашка, привет мне уже. Чего? Сашка, привет передавайте. Сашке? Сашке. Для Сашки снимаю. Ну, ты сказал для Юльки. А, нет, а, нет, ой, нет. Сашки. Я думал, Юльке сначала ты сказал. Потом я персональный видеооператор Калмыковой Светланы. Это наш видеолог дебильный. Я сегодня раб его. Давай, покажи жене, что достоин хоть чего-то. О, бля. Вот так мы начинаем. Ну и поползли по всей трассе. Чё ты? Ты размял косты. Что ты делаешь? Трюк. Трюк? Да. Какой трюк? Трюк едешь? Слав, мы сегодня кататься будем. Давай, порви этот склон. Ну разгоняйся, ну что это за темп? Слава, твой муж говно. Катает ни о чем. Найди нормального райдера. Я хочу от него детей. Что ты там делаешь? Я тебе хотел захерачить съемку охеренную, а ты упал. Еле едем, пиздец, как медленно. Смотри, вот даже лыжники обгоняют. Дети лыжники. Как тебе, оператор? Давай! Слава, разгоняйся, как медленно будем ехать.
Вот, смотри, дети его делают просто. Вот, смотри, слева ребенок. А справа слава. Ребенок его делает. Так, мутит ребенка. Я ребенок взял. А сейчас моя любимая песенка. Эксперта подходу. Ой, я снять забыл вам. Не нажал на съемку. На съемку не нажал. Серьезно? Да. Вру. Я Леха! Посмотри, посмотри, это просто бог сноуборда. Блин, я затормозил из-за него. Катись, досочка, катись. О, я со с телефоном в руках съехал. Сейчас кадр сделаю. Затормозит. Смотрите. Обратите внимание. Ой, подъемнику прям красавчик. На, забирай. Выключи съемку так. Семь минут.